Это канал Шуки. И сегодня я буду снимать Арбиза. Извините, что там на заднем плане кто-то ходит. Все же я не живу в своем доме. Жаль. Извините, ребят. Постараюсь больше не повторять. И отгадайте, что я сегодня буду делать. Не знаете, что я буду делать. Я буду выращивать арбизы. В таком они пакетике были. Я уже листала, как я их буду высыпать. Показывать. Вот в таком они пакетике. Но у меня еще есть. Сейчас я почти при вас высыплю отсюда. А прозрачный. И еще, ребят, я не пойму, что это. Кто хочет, может мне писать в комментариях, кто увидит это видео. Я не пойму, что это за крокодяма такая. Я не пойму, ребят. Покажу, я, может, вырастет что-нибудь. И еще, ребят, сейчас я вам покажу такой арбиз, что вы никогда не видели, может быть. А может и видели. Сейчас я достану. Скользкое. Вот. Арбиз похож на пиявку. Это не пиявка, это обычный арбиз. Извините, ребят. Их монтаж сделал. Пушистенькая такая. Вот так. Сейчас я насыплю прозрачных, и вы увидите, как все изменится. Так вот, ребят, я открыла арбизы. Сейчас я их буду высыпать. Ой. Сейчас я все соберу и это все убрала. Надо их перемешать. Извините, что плохо видно. Сейчас столько много арбиз. А вот два бракованных. Вот этот и вот этот бракованный. Покажу. Вы видите, какие все прозрачные, а он какой-то бракованный. Вот я вдалека получил. Какой-то бракованный. Видите, у него какие-то блестки. Кто знает, что это за блестки? Ты напишите. Вот так. Вот, в принципе, я вообще не вижу бракованных, а вот это. Я вижу бракованных. Вот, бракованные. Не вижу я. Сейчас я еще найду бракованную. Наверное. Тут покакал. Ну, ребят, сейчас я вам скажу. Вот эти... Они вот в воду их только что прям положила, и они уже мягкие. А вот эти вот вы видели, прям как я положила их, я не выключала. Почти не выключала. И они жесткие. Вообще не могу я. Вот. Такие пироги, ребят. Да. Извините, что не досняла. Мою коллекцию не успела. Тогда говорила, тороплюсь. Не успела, извините. Ребят, не успела попрощаться, извините, пожалуйста. В следующем видео я, наверное, покажу вот арбизы. И да, снимаю свою коллекцию. Да, ребят. А пока что, сейчас чуть-чуть пройдет время-то. Нет, не буду. В следующем видео, чтобы они интригованы. Вот. Ребят, я вам еще хочу показать, сколько у нее прибавилось резиночек. Вот мой шарик. А, кстати, и лампа с Алиэкспресс. Сейчас я ее выключу. Раз, два, три. Такая лампа. Смотрите, вот так. Вот такая она. Хоп, включается на яркую, потом поменьше и выключается. Надо включить ее пока. С Алиэкспресс.
Вот пирожки, пирожки, блины. Так, такая крутость. Крокоявенька.